С администрацией Самарского района осуществляем мониторинг объектов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В один из ресторанов Самарского района пришли проверяющие. Специалисты отдела потребительского рынка смотрят, как заведение соблюдает требования Роспотребнадзора. Разметка, наличие масок у сотрудников и посетителей, наличие дезаров, наличие устройств для обеззараживания воздуха, ну и заполнение журнала контроля температуры. Рейды по магазинам, ресторанам и кафе проходят ежедневно. На территории Самарского района находятся 562 объекта потребительского рынка. С начала пандемии их проверили более 4000 раз. С начала года выявили 15 нарушений требований Роспотребнадзора. Они направляются в управление гражданской защиты для составления протоколов. Есть уже два нарушения, которые по повторности направлены в суд. Есть одно судебное решение. На один из объектов потребительского рынка вынесен штраф в размере 200 тысяч рублей. Проверки соблюдения масочного режима продолжаются во всех районах Самары. Использовать маски и перчатки горожанам обязательно не только в магазинах, ресторанах и торговых центрах, но и в общественном транспорте. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.